Դերբեդրոսյանի առաջարկությունը ես անսնապես դա դիտարկում եմ ռուսական, հա, կրեմլյան երկար տարիների մեզ գեղեցող համագարքը փրկելու դրամապանության համատեքստում։ Я лично рассматриваю предложение Тер Петросяна в контексте спасения кремлевской системы. Долгие годы, угнетающие нас. К сожалению, я так это рассматриваю. Господин Тер Петросян продолжает пытаться спасти угнетающую нас систему. И так как и Кремль, и подведомственные ему силы оказались в безвыходной ситуации, пытаются прибегнуть к различным идеям. Кажется, такое состояние, что они хватаются за последнюю возможность. Եվ նաև գուզեի, քանի որ Դերբեդրոսյանից է եկել այդ առաջարկությունը, նա վերջերս բարբերաբար նաև բնդել է մի միտք, так как это предложение поступило от Левона Терпетросяна. А он в последнее время периодически утверждал, что ключ к стабильности в нашей стране, в нашем регионе, находится в Москве. Մենք ուղիղ հակառակ կարծիքին ենք եւ գլխավոր հավանաբար մեր գլխավոր տարածայնությունը նաև այդ ուժերի հետ. Мы придерживаемся прямо противоположной точки зрения. И наше главное разногласие с этими силами заключается в этом вопросе. Напротив, мы заметили, каким бедствием для нас привел этот ключ за эти 30 лет. Тем более, к произошедшей 6 месяцев назад трагедии, которую я бы назвал резней в прямом смысле этого слова. Россия, согласованно с Турцией, связав руки армянам, создала условия для осуществления турками нашей резни. Пусть наш народ даст свою оценку тому, что это означает. Когда они, видя все это, все еще продолжают говорить, что ключ к стабильности находится в Москве. Наоборот, стабильность для нашей страны мы видим в будущем правительстве, которая будет проводить многовекторную внешнюю политику и в первую очередь обзаведется реальными союзниками. И только благодаря сотрудничеству с ними стабилизация в регионе станет возможной. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.